Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас снова Hello Neighbor Mod Kit. И, короче, сегодняшний мод будет называться Evening Trip. Start here. От того же создателя, что и предыдущий мод, Stalt. И это еще один мод со старым стилем рисовки, как я уже говорил. Я обожаю моды со старым стилем рисовки, как при Альфе и Альфе 1. Ну и Альфе 1.5 еще был показан. Evening Trip. Этот мод, кстати, скачался без всяких проблем. Никаких процедур не нужно было проводить, чтобы этот мод сразу заработал. Да. Вот, короче, ник этого автора мода. У него также на ютубе есть свой канал. Я ему в комментах, кстати, писал. Ты делаешь офигенные моды. Я недавно снял один из твоих модов. Он зашел ко мне на канал, там тоже коммент оставил. В общем, прикольно. И мы оказываемся, короче, здесь. Но это, по сути, я так понял, это обучалочка вообще. Но мы оказываемся в доме из Приальфы. Двери закрыты все, правда. Туда нам не попасть. Тут вообще потолок. Закрыто здесь тоже. А, нет, это не... Наверное, из Альфа 1 это все-таки дом, потому что при Альфе вот здесь двери этой не было. Там выход закрыт. Как бы... сюда провод идет какой-то. Блин, вот... А вот этот где-то включить надо? Все. Не, скипать мы не будем. И мы видим... Короче, мы на моторной лодке плывем на какой-то остров непонятный. Где куча деревьев, и я уже вижу, что там дом какой-то. Вот это дом у него. Неплохо, так неплохо. Ну, это... Я уже понял, что это дом из Альфа 2, только с какой-то пристройкой сверху. Так, а у нас там... Давайте лодку посмотрим, что ли. Она же стоит там, да? Такой вот типа мотор здесь. Прикольно, прикольно. И мы на каком-то... Мы вообще на каком-то острове, где просто посередине находится дом соседа. Так. Палатка. Наша, что ли? Палатка, по сути. Костерчик. И с ним, правда, FPS проседает. Короче, судя по названию мода, Evening Trip, время суток будет только такое. А, это луна, я думал, там что-то такое светится. Get gasoline for your boat. Ага, нам надо топливо сыскать для своей лодки здесь. Не в подвал, а топливо сыскать. Ладно, хорошо, давайте смотреть. Дом выглядит довольно-таки интересно. Вот фонарик бы... А, вот фонарик. Фонарик бы тут вообще не помешал. Давайте в окна позаглядываем немного. Там спальня, выглядит она прикольно.
Еще и стол стоит. Нет, красиво выглядит, да, окна. Окно поломанное одно. А, тут не на винте, тут на чем-то другом. Хотя там, я смотрю, гаечный ключ лежит. И какая-то хрень, какая-то дверца маленькая на болте. Там у нас что? Молоток. Ну, эта дверь, понятно, причинам закрыта. Опа, это что такое? Ну-ка, давайте залезем. Там наверняка что-то полезное есть. Какие-то предметы я там вижу, по-моему. Это ботинок и это чашка обычная. Но никаких полезных предметов я тут что-то не наблюдаю. Ладно. Может, потом вернемся, если что. Что у нас еще? А это что? Тоже закрыто. А, ну. Ну а что нам закрыто, если тут стекло можно... А, стекло бронированное. Не пройдем мы туда. Там канистры, наверное, это и есть этот газолин, блин, который нам надо. Может быть, нам надо и ту дверь открыть. Ну, в общем, ладно, давайте посмотрим. А это что? Мод выглядит реально прикольно. Мне прям реально нравится. Я просто обожаю моды с таким стилем рисовки. Но таких модов очень мало, к сожалению. Ну, давайте, короче, изучать дом соседа. Соседа я самого пока что-то не вижу. А, он на улице. Ну, блин. Долго ждать все-таки не заставил. Тут своя музыка какая-то тоже играет. Может, нам с обратной стороны войти? Через спальню. Может, в спальне что полезного найдется? Здесь нет. Здесь нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Ну, наверное, в спальне ничего полезного не будет. В этой. Погодите, а дом-то переделан, нифига ж себе. Вот тут здесь эти двери. А, нифига, тут стенку приделали. Тут стену сделали. А, еще дверь какая-то, куда? Не, ничего себе, тут пару стен поставили новых. Стрелочка куда-то показывает. О, ключ! Там ключ лежит. Какой-то. Явно нам для чего-то он пригодится. Полно, короче, элементов из Альфа-1 тут валяется. Так, тут нам нужен молоток или лом. И проход на второй этаж также закрыт. Что у нас тут? Ничего тут нет, по-моему. Ладно, давайте смотреть дальше. Еще изменения. Так, вот уже кухня. Обалдеть. Неплохо, так неплохо. Давайте обшаривать кухню. Вдруг что полезное найдется. Но, во всяком случае, ключ этот явно уже к чему-то и подойдет. Не, шкафчики пустые все. Ну и ванна. Конечно же. Блин, обалдеть, классно выглядит. Мне очень нравится. Не, пусто. Нифига тут нету.
Пора, наверное, применить этот ключ к чему-нибудь. Мне... Давайте попробуем к сараю. Все-таки к той двери, мне кажется, еще рано, потому что все-таки там это самое топливо лежит. Ну-ка, давайте. Да, отсюда именно, точно. Ну и молоток. Ключ под опилу. Может быть, наверное, мы отсюда должны были посмотреть. Так, ну мы, в общем, достали молоток. Я уже знаю, от чего он. Я помню, там была дверь, которая была забита доской. Но это не так-то просто, конечно, сделать будет, поскольку тут сосед. Но мы должны постараться как-то. Так, может от этой... Ну, неплохо, так неплохо. Что у нас это открывает? Я нифига не понял, что это открывает. А, может это от лестницы? Ну-ка, давайте проверим. Наверное, вот это открылось. Да, вот это, точно. А, вон ванная, отлично. Так, что у нас тут? Здесь все забито, мы туда не попадем. Так. А здесь не забито, и мне кажется, там что-то полезное может быть. Ну ладно, давайте сначала сюда сходим. Вот здесь пристройка эта самая лежит, стоит. Давайте посмотрим, что там внутри. Плохая так комнатка, я бы сказал. О, блин, уронил стул, ну и ладно. Закрыто. Зря я выбросил молоток. Он нам еще нужен, оказывается. Где фонарик? Где, блин? Тут с трудом что разглядеть можно, конечно. Давайте разобьем стекло и войдем, посмотрим, что там. Еще один какой-то рычажок, который что-то открыл. Не знаю, что открыл. Мне кажется, вход на второй этаж он открывает, потому что только там я еще одну решетку видел. Точно. Именно тут открывается это. Куда я дел молоток? Вот он. Рановато мы его вытащили. Что у нас тут? Так, снова телек. И еще новая стена. Обалдеть. Тут закрыто. И здесь закрыто. Так, тут что-то стоит. Мы тут... А здесь? Ну, а там... Ну, короче, надо еще один ключ найти. Ладно, давайте пойдем откроем. Тут двери... Блин! Так, ладно, еще раз идем туда, открываем.
Да нафиг мне бинокль-то, блин, я не хотел в стекло попадать, но... А ну уж, попал так попал. А, диван стоит, понятно. Наверное, это ключ от той самой двери. Но мы туда не пойдем, потому что тут диван, диван мы не сдвинем. Надеюсь, в этот раз молоток нам больше не понадобится. А, блин. Он здесь, оказывается. Блин. Так, дайте мне сюда ключ. Еще ключ. Наверное, этот ключ уже от той самой двери на улице. От сарая, от того здоровенного. Где выход-то, блин? Давайте проверим. Точно. Короче, заправились и можем ехать дальше. Плыть. Эскейп. А, спасибо, что играли в этот мод. Заняло один месяц на постройку его. Еще моды ждите летом. Можете посмотреть, я так понял, видео на ютубе про мод. Да, Evening Trip. И спасибо Games with Dylan 235, Zig Snook, Мини Салу и другим крутым парням, как ты. Да, пожалуйста. Классный был мод, я ему тоже галочку ставлю. Вообще, мне понравилось. Мне реально прям понравилось. Маленький, конечно, но прикольный. Вообще классно сделан. Я обожаю еще моды с таким вот старым стилем рисовки. Надеюсь, что и вы тоже. Ну что ж, на сегодня все. С вас и господи, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.